Итак, всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас будет обзорчик топ-3 лучших защищенных бюджетных смартфона. И не простых телефона, а бюджетных телефончика. Стоимостью от $65 и выше. На первом месте у нас идет LEGO M5. По словам производителей, корпус M5 настолько крепкий и устойчивый к ударам, что пользователи могут совершенно не волноваться за его сохранность. Аппарат имеет 2 ГБ оперативной памяти и внутреннее хранилище объемом до 16 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ. Этого достаточно для выполнения различных задач и хранения множества документов. Помимо удара прочности, M5 может похвастаться сканером отпечатка пальцев, который срабатывает за 0,2 секунды. Сенсор помогает быстро получить доступ к устройству и продолжить им пользоваться. Аккумулятор емкостью в 2300 мАч поддерживает работу смартфона в течение дня. Операционная система Freemi OS 6.0 базируется на Android 6.0. В сочетании с 4-ядерным процессором помогает LEGO M5 максимально долго проработать на одном заряде батареи даже в многозадачном режиме. На представленном видеоролике можно увидеть, как LEGO M5 доказывает свою устойчивость к различным нагрузкам. Смартфон тестируют с помощью различных испытаний, им колют орехи, забивают гвозди, бьют молотком по экрану. Дисплей M5 покрыт защитным стеклом 2.5D. В конце его и вовсе переезжает автомобиль. Интересно, что смартфон остался целым, даже продолжил работать, как ни в чем не бывало. Стоимость аппарата в районе $65. Итак, на втором месте у нас расположился BlackView BV6000 и BV6000S. Молодая китайская компания решила выпустить смартфон, не только обладающий достойными техническими характеристиками, но и максимально защищенный. Причем, если противостоять песку и пыли способны многие мобильные гаджеты, то сохранять работоспособность после длительного погружения на 3-метровую глубину считанные единицы. Что касается аппаратной платформы, здесь использован производительный чип Helio P10 и неплохой графический ускоритель. Любые современные игры будут этому смартфону по плечу, а дискомфорт может вызвать только скромная диагональ экрана. Кстати, если вас игровая составляющая не интересует, советую облегченную версию этой модели BV6000S. Основные плюсы этого аппарата такие: минимум лишнего софта, поддержка технологии NFC, есть возможность использовать смартфон в качестве рации, очень быстрый холодный старт GPS, отдельная кнопка SOS. Минусы аппарата: значительный вес, нестандартное размещение кнопок, поддерживает не все актуальные диапазоны LTE, несъемный аккумулятор. Цена аппарата колеблется от $100 до $180. Это все зависит от того, какую версию вы собираетесь покупать. Облегченная версия стоит от 120 до $130. Если будете собираетесь покупать более продвинутую версию BV6000S, то готовьтесь выложить где-то $180. Итак, а на третьем месте у нас расположился Alcatel One Touch Go Play. Производитель решил предложить свое видение защищенного смартфона, который ориентирован не на рыбаков, охотников или спортсменов-экстремалов, а на обычную подростковую аудиторию. Как известно, указанный контингент пользователей особой аккуратностью не отличается, а на первое место ставит внешний вид мобильного устройства и его способность выполнять развлекательные функции. С первым у рекомендованной модели все отлично. 8 оригинальных расцветок и эргономичный дизайн подкупают школьников и молодежь постарше. Со вторым дела обстоят не так радужно, но на минимальных настройках графики удается запустить даже тяжелые игрушки. Единственное, чего реально не хватает смартфона, это объема встроенной памяти. Что же касается защитных свойств, конструкция аппарата соответствует классу IP67, а от последствий падения его предохраняют достаточно толстые рамки корпуса, выполненного из прорезинного пластика. Основные плюсы Alcatel такие: очень демократичная цена, запросто моется водой с мылом, большой выбор ярких расцветок, неплохая функциональность. Минусы аппарата
Такие вот у нас, маловато памяти, только одна сим-карта поддерживает не все актуальные диапазоны LTE частот. Неразборный корпус, собственно, вот и все.